Здравствуйте, я Лариса Гузеева, в эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас жених и три невесты. Заядлая спорщица Евгения, злопамятная танцовщица Мария и любознательная скалолазка Рената. А жених у нас Анатолий, давайте знакомиться. Добрый день, дамы и господа. Я пришел сюда, чтобы найти свое счастье, и в этом мне помогут мои друзья Роман и Ольга. Анатолий, 29 лет. Невеста контролировала каждый его шаг. И когда он уехал на мальчишник в Киев, послала соглядатая. После его донесения отменила свадьбу. Анатолий – руководитель отдела продаж в коммерческой структуре. Владелец модельного агентства. Кандидат экономических наук, преподает в ВУЗе. Мечтает купить дом в Европе и побывать в мировом центре йоги в Индии. Анатолию не нужна домохозяйка. Готов сам готовить и убирать квартиру, если избранница родит ему двоих детей. Женится на той, кто будет сочетать в себе преданность и стервозность. Ой, жених с цветами решил нас купить. С желтыми причем, чтобы не встречаться с нами больше никогда. Да. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Ну, как бы там ни было, я все равно первый вопрос задам профессиональному астрологу по поводу вас. Так в чем проблема, Анатолий, и есть ли вообще проблема? Почему одиноки-то? Проблема любит красивых пустоголовых девушек, в которых сначала покупается на внешность. Да-да-да, пустоголовых. Не очень интересуется внутренним содержанием, а потом сам удивляется, откуда в них берется то, чего он не хотел бы видеть. Меня удивили искренне высказанные требования по поводу стервозности. Потому что как раз со стервозной девушкой вы и не сможете быть счастливы никогда. Вам нужна уравновешенная, та, которую не стыдно продемонстрировать в обществе, потому что вы любите девушек светских. Да, совершенно верно. Уверена, что ему нужна такая девушка-зажигалочка, которая не будет спокойно себя вести. Ну это точно про тебя. Девушка внутри должна быть этой изюминкой, потому что если мужчина просто расслабится и будет сидеть на стуле, ну это будет неинтересно и скучно. Стервозность, изюминка, это в виде такой трупоедочки чуть-чуть, да? Не надо совсем уж так. То есть немножко трупиком любит подпитаться. В этом стервозность. Нет, чтобы я хотя бы ее раз в два месяца вновь добивался. Вот это меня интересует. Чтобы я не расслаблялся. О боже, боже, хорошо. Все, уже понятно. Каждые два месяца собирать чемодан. Роза, что это тебе сегодня с прической? А что сегодня? Я молодею. Да-да-да. Не все же вам. И что ты скажешь по поводу жениха? Жених у нас просто клад. У нас, извините, девочки, не каждый день кандидаты экономических наук приходят. Тем более вот такие молодые. Не курит, не пьет, матом не ругается. Хорошее приданое у него, как у купца имеется говорите, в виду. Говорите. Единственное, девчонка смущает. Преподает в ВУЗе, но модельное агентство. Надеюсь, что это не бордель у вас. Нет. У меня строгая субординация. Слава богу. А если модельное агентство, то, скорее всего, у него много девочек, которые каждый вечер развлекают. И как ты будешь к этому относиться? Или он, наверное, из ВУЗа собирает, да, своих моделей? Студентов. Что-то мне не верится. Работает в Малиннике, а к нам пришел за невесту. Понимаешь, что там так уж все нехороши, что ли? Знаете, в чем дело? Я не могу сказать, что я вот полностью одинокий. Я могу познакомиться с девушкой чуть ли не везде. Ну, в клубе, в том же самом университете и так далее. Но что касается работы, я всегда соблюдаю четкую субординацию. Я не буду превышать некоторых, так сказать, моментов. Это работа. Мне больше понравились его фотографии, чем он внешний. Да. Какой-то внешний. Ну, может быть, он вживую будет лучше, чем на экране. А что касается знакомства, ну, я могу познакомиться с девушкой, естественно, где-нибудь в том же клубе, но в последнее время, после расставания с моей последней девушкой, ну, мне скучно. То есть, да, мы познакомились, обменялись телефонами, а на следующий день мне просто даже не хочется звонить. О, дайте про скуку. А вот чтобы вам не было скучно, какой должна быть девушка? Ну, на примере своей вот этой последней возлюбленной. Обязательно динамичная девушка, которая хочет развиваться, хочет чуть-чуть идти дальше. Не домоседка. Я не люблю домоседов, потому что... Так у вас вроде такая была. Она была... Во-первых, девственница. Что вас приятно была. Или неприятно удивило? Конечно же, приятно удивило, естественно. Ну, так и вот, казалось бы, женись не хочу. Что там произошло? Я готов был жениться, то есть мы даже делали предложение, но девушка, на самом деле, по социальному статусу, она намного, наверное, выше меня. То есть, допустим, если я могу выбирать и покупать себе либо этот автомобиль, либо другой, она может выбирать либо купить две квартиры там, либо две квартиры там. Ой, это кому когда мешало вдруг жениться на такой? Что-то вы гоните, милый. Я? Что вы? Боже мой, не тащит с него деньги, красивая, умная, девственница, еще и богатая.
Но она молодая, она молодая. Или пытался делать вид. Я делал ошибки. Она на полгода уезжала учиться за границу. Там все 20-21. Уже после того, как ее девство лишили или до? Вас, вы прям к этому вопросу? Конечно, потому что реликтовое дерево. Мне хочется об этом поговорить. После. А, после. Я сделал предложение. И посмотрите, как получилось, не он ее ревновал, а она его. Я ее тоже ревновал, но я ревновал очень скрыто, то есть неявно. Ему-то какой надо? Богатую или... Я так поняла, ему наоборот не понравилось, что она была выше его по статусу. Когда она от меня уходила, она вскрыла все мои контакты, все мои телефоны. Вот, и было предъявление, что я с одной девушкой из Петербурга, ну, моя просто подруга, общаюсь довольно-таки долго, порядка уже 3 лет. Мы с ней общаемся на философские темы. Да, да, да. И немножечко еще договорились переспать на днях. Но мы не договорились переспать, там была... Там была переписка сексуального характера. Да, и вы сказали, что это была фантазия. Естественно, просто фантазия. Все философы время от времени фантазируют, Лариса, на эту тему. И мне кажется, Анатолий, то, что вы продолжаете делать сейчас вот здесь на программе, вы такой какой-то врунишка, мне кажется. Я не вру, кстати, я в отношении... А зачем тогда вам была эта девушка, если вы еще с кем-то там фантазировали? Что это? Вот они, подружки. Это глупость с моей стороны была. А он еще занимается этим с моделями. Переписка сексуального характера. Вот девушка прямо вела такой тотальный контроль. А в семье вот этот контроль, он так необходим или все-таки, ну, как-то попытаться на доверие построить? Вот как? Ну, это везде индивидуально. Я, например, везде сую свой нос. Доверять нужно, как для доверия. А поскольку Анатолий был не раз пойман, я замечу по его истории, на этой переписке у девушки не было никаких аргументов ему доверять. Отсюда и контроль. Доверие просто... Не, ну просто я тоже ее ловил на каком-то бранье. Третьих лиц подключать, если у тебя есть деньги. Если бы у меня были лишние деньги, я бы не была такой жадной. Я бы тоже к мужу представила кого-нибудь. Правда? А так приходится самой вскрывать все, мне с дрожащими ручками проверять. Так что все очень индивидуально. А как ты думаешь, он сильнее по характеру тебя? Вот не знаю. Мне кажется, что он, да, он такой мягкий. Нет, здесь дело не в том, что кто сильнее, дело в том, кто мудрее. Мудрее, по-любому, должна быть я. Вы преподаватель вуза. А зачем вам модельное агентство? Только не говорите, что вы деньги зарабатываете на этом. Зачем? Изначально я там зарабатывал деньги. Сейчас бизнес не прибылен? Сейчас абсолютно не в прибыли. У меня существует как таковое модельное агентство, и все, я его не развиваю. А правда говорят, что многие мужчины пытаются завести модельное агентство для того, чтобы участвовать в кастингах, отсматривать девушек, которые приходят и знакомятся? Нет, правда другая совершенно, я тебя расстрою. Либо идут очень старые мужчины, которых уже, ну, в общем-то, ничего не светит. Проблемы, да, ничего не светит, либо гомосексуалисты. Это же ни для кого не секрет. Мне кажется, я не похож. А вы как преподаватель, вот если красивая девушка придет, вы это денежку-то берете за экзамены-то? Нет? Какие денежки? Только алкоголем. Алкоголем? А вы же не пьете. У меня коллекция. У меня огромная коллекция. А зачем вы ее собираете, раз не пьете? Я просто собираю коллекцию. А почему, кстати, не пьете? Болеете, что ли? Болею. Какая-то, знаете ли, картина вырисована. Иногда пью, когда какие-то хорошие компании. Почему бы и нет? Да. Пчелы против меда, понятно. Мне кажется, мужчина, когда говорит, что я не пью, на самом деле раз в 3 месяца, как следует вообще, отмечает, это я не пью. Ну хорошо, рассказывайте, кого хотите, за кем пришли. За человеческого субъекта женского пола, естественно. Да. Девушка в первую очередь должна быть открытой и честной. Давать мне большой эмоциональный подъем, душевный подъем. Тоже должна быть, как я, динамичная. Я не ищу, на самом деле, кухарку, домоседку, которая будет сидеть дома, мне постоянно готовить. Да, если она готовит, а кто готовить-то хорошо. Будет? Я очень хорошо готовлю. Так вы же работаете, как это, оголтелые. У вас что? И агентство, и преподавание, и еще там что-то у вас. Знаете, это... если я... Да. Еще немножечко шьет. Крестиком вышиваю. Работает все время, зарабатывает на квартиру, на машину, на домохозяйку, для моделей. И когда вы это делать-то будете? Ночью, заготовки. Ну, это он условно так говорит, Роза, ты сама понимаешь. А супружеский долг когда? Зачем? Это отстой. Сейчас это уже не модно. Ну, кому как, вы знаете ли. Для меня это актуально, может быть, для некоторых не актуально, я не знаю. А мне кажется, он избалованный. Вообще, мне кажется, он похож на Васильева, который с шарфиком. Да. Только шарфик не хватает. Но я думаю, что в отличие здесь, если она мотает себе шарфик и будет купить. Вы относитесь к такой категории мужчин, для которых счастье звучит «я хочу». Соответственно, женщина должна с вами рядом находиться, для которой счастье он хочет, то бишь вы.
Поэтому ищите женщину с заниженной самооценкой, потому что нельзя отдаваться полностью мужу. Послушайте меня, послушайте. Значит, для которой правило «он хочет» будет являться центральным, в общем-то, и тогда у вас все сладится. Я же тебе говорю, что либо по-моему, либо никак. В мире существует два вида мнения, мое и неправильное. Вот мне кажется, он из тех людей. На самом деле, если говорить о стервозности, о типе женщины, ему нужна красивая, но красивая не модельной внешностью. Я бы сказала, что это должна быть девушка с картинки. Потому что модели, они же все губы перекачанные, груди все искусственно сделаны. Это было в начале 90-х, но, сейчас все по-другому. Знаешь, по большей части, мне кажется, девушки, которые претендуют на агентство Анатолия, могут оказаться именно такими. А ему нужна светская, я повторюсь, престижная. Сейчас это уже не очень престижно. Поэтому ему нужна такая девушка из высшего общества. По крайней мере, сам он о такой мечтает. То есть ты должна не ходить в шароварах по дому, всегда и в параде. Что вы хотите добавить? Я бы хотел сказать, что, как правило, девушки у нас бывают либо красивые, либо умные. Анатолию нужно найти... как же мы? Здрасте. Вот Анатолию надо найти таких, как вы. И красивые, и умные. Мне кажется, он не знает, зачем он сюда пришел. Очень скоро невесты попытаются завоевать сердце нашего жениха. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Анатолий. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Добрый день, Анатолий. Я протягиваю вам руку дружбы, и с этой минуты у нас есть шанс прожить эту жизнь вместе. Спасибо. 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 По-моему, он ей не очень заинтересовался. Ой, смотри, цветочки подарил. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Кто вас пришел поддержать? Это мои подруги Алена и Лена. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Евгения, 24 года. Менеджер в компании сотовой связи. Занимается видеомонтажом и восточными танцами. Мечтает поехать во французскую Полинезию. Выйдет замуж за того, кто умеет ее переспорить. Евгения со спокойной душой раз в месяц отпускала своего возлюбленного в другой город к родителям. А однажды он вернулся и признался, что помирился со своей женой. Надеется, что Анатолий не будет ей врать. Проблема в том, что не интуитивная. Дело не в этом. Я думаю, что Евгения очень любит себя. Она считает себя человеком, обладающим достаточным количеством достоинств, чтобы мужчина обратил на нее внимание. Это хорошая самооценка. Тут проблем с самооценкой нету. Но и такие девушки очень часто чувствуют, что им даже незачем интересоваться, особенно его личной жизнью. Ну, я и так достойна, чтобы он обратил на меня внимание. И меня, в общем, если говорить честно, не очень волнует, есть ли у него там кто-то еще или нет ли. Поэтому я думаю, что полгода не обращал внимания. Как говорится, прошлое всегда должно оставаться в прошлом, поэтому... Роза. Ну, невеста красивая. Единственное, что, конечно, ну, глупенькая по молодости лет, не могла женатика распознать. И, конечно, меня тревожит ситуация по поводу того, что спорщица, миленькая моя, потерпиме надо быть, и ротик закрывать, когда надо. Глядишь, и женихи подтянут. А вот интересно, быть, кстати, конечно. Я это запомнил, переспорить. Вот я уверен, что смогу как раз переспорить. Да? Думаю, да. Можем попробовать. А ему хочется такой чертовщинки в девушку. Да. Она ангелочек. Дрянький ангелочек. Слишком скучно. Женечка, и вот у вас была любовь. Он уезжал периодически к маме. Уезжал домой, да, у него был там якобы свой бизнес. Вы вместе жили или встречались? Мы встречались, и да. Вот он однажды приезжает. Приезжает, истерики, скандал, потому что последний раз его не было очень долго. Угу. И через какой-то промежуток времени все это выясняется, что... Женя, я вот женат, и у меня есть ребенок. Женщины, которые обычно встречаются с женатыми мужчинами, они имеют, мне кажется, все абсолютно одинаковый характер. Скажите, а у вас еще был один возлюбленный, который пылинки с вас сдувал, богатый, щедрый, любил очень? Я представляю себе мужчину, чтобы был мужчиной, да, чтобы умел слово сказать, так скажем, мужчина. Где-то на... Да, где-то настоять, а не просто так, что да, да, Женечка, так и будет. Я таких не люблю, поэтому для меня мужчина должен быть мужчиной. Вот не хотя верю, я, знаете, не верю, потому что это настолько единичный случай, когда мужчина и состоятельный, и любит, и щедрый, да, и задарил вас подарками, и пылинки сдувал, а вам хотелось какой-то гадости. Много мужчин, которые состоятельные, которые готовы одаривать свою женщину подарками.
и еще плохого в этом нет. Даже не свою, чужую женщину чаще всего подарки. Вы понимаете, гадости не гадости, но я никогда не ставила перед собой то, что человека должно быть что-то за спиной. Для меня главное отношение. Если есть, но он же относится к вам хорошо. Он вас любил. Мое мнение здесь тоже важно. Это же наше обоюдное отношение. Правильно, так он был совсем с вами согласен. Вас не устраивало это? Нет, ну когда-то, конечно, устраивало, и вначале мне это даже нравилось, что как бы нет никаких конфликтов, нет споров, все соглашается, но тем не менее потом это надоедает. То есть один, два, давай поспорим, да? А по поводу чего вы спорите? Вот я не пойму. Что вы делите? Ну, какие-то ситуации, различия, допустим, взглядов ваших? Я такой человек, что я не люблю сидеть на месте. Мне нужна энергия, мне нужно что-то делать постоянно. Молодец. Вот, и... А ваш молодой человек что? Быть инициатором чего-то, чтобы даже куда-то пойти, что-то большая там. Часть женщин выступает инициаторами, куда-то пойти. Открываю вам глаза на эту ситуацию. Это раздражает первые пару лет после начала личной жизни. А потом ты понимаешь, что и тебе тоже принадлежит инициатива, и тебе тоже свои желания как-то надо проявлять. Большая часть девушек думает, что мужчина не только будет ее обеспечивать, но еще и развлекать. То есть сам будет активно куда-то вести, куда-то звать, что-то придумывать. Женщина тоже должна отвечать. И поверьте мне, 90% женщин делают это в 90% случаев. Женщина в основном инициатор того, как досуг проходит. Евгения, а в семье у вас спорил кто? Мама, спорщица, папа? Как они живут? У нас обоюдные всегда принимались какие-то вопросы, разрешались, но тем не менее у папы больше такой характер строгий, чем у мамы. Ну, конечно, это противно. Человек, который бесконечно ни с чем не согласен, это неприятно. Какое-то время, пока ты влюблен, пока гормон играет, ты с этим человеком можешь как-то существовать, меняя свой характер, подстраиваясь под него, потому что это базар. А потом одному в паре становится это скучно и противно, и он начинает замалчивать все. Но в любом ситуации. Споре нужно находить компромиссы. А зачем? Не скажите, спор, есть зачем? Полемика. Это большая разница. Если у человека есть свое мнение, и он готов ради этого поспорить, да, и настоять на своей точке зрения. А зачем? Но если человек считает, что он прав. А вам не кажется, что совместимость – это когда мнения партнера совпадают? Вот, например, ваш молодой человек с вами соглашался во всем, возможно, не из-за мягкости характера, а потому что... Но у него были поводы согласиться. Скажем, это было аргументировано, его мнение совпадало с вашим. Вот и получилось согласие. У него такой глазки маленькие, у него тоже не особо большие глаза. Мне кажется, они очень хорошо будут рядом гармонировать. А вы ревнивая? Если есть повод, то да. А у нас целое модельное агентство. Повода во! Но не зря Анатолий изначально уточнил, что он на работе дистанцию соблюдает. Вы верите? Боже мой, правда, вы верите? Наивная... Женщина любит ушами, поэтому... Наивный вы человек, боже мой. Ему нужна девушка попроще. Потому что я не думаю, что все с агентства прямо так сошли с ума от Анатолия и мечтают с ним соединить свою жизнь. Ему нужна жена, которая будет совсем соглашаться, которая будет говорить: да, Анатолий, да, милый, у тебя прекрасная работа, которая будет в хороших отношениях с девочками из агентства. Да? Может быть, даже будет помогать. Может быть, помогать ему в бизнесе. Моя, это я. Но тем не менее, поэтому она говорит, скучно ему не было. Я думаю, что если жена будет постоянно соглашаться во всем, то он это будет знать все наперед, поэтому... Ну хорошо, пообщайтесь. А вы сейчас общаетесь со своей бывшей девушкой? Довольно-таки редко перезваниваемся, да. А почему вы об этом спрашиваете? Вам бы это было неприятно или все равно? Вы так в себе уверены, что ну пусть общается, он же с вами сейчас, а не стоит? Ну, общение сейчас без общения никак нельзя. То есть если общается на какие-то запретные темы... А что такое запретные темы? Ну, интим. Ой, а помнишь, как мы приезжаем, мимо одной стройки забежали туда? И крановщик назад стукнул. Да, да, да. Про это? Ужасно. Ирин, ты веришь в отношения, точнее, в дружбе между мужчиной и женщиной? По переписке. По переписке. Сексуального характера. Сексуального характера, конечно, верю. У вас, кстати, есть друзья мужчины? Раньше было больше, сейчас практически их нет. Это плохо, надо заводить друзей мужчин. Потому что если у девушки есть друзья и женщины, и мужчины, это хорошо. Я вообще в женскую дружбу, как таковую, не верю. Женщины могут дружить против кого-то. Сам сказал, никто не заставлял. Обычно мужчины говорят, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Вы равнодушны, у вас нет планов на будущее. Потому что если бы вы действительно хотели жениться, вам бы было, по крайней мере, некомфортно, если бы вашу жену окружало большое количество мужчин, друзей.
людей. Я не говорю большое количество. Маленькое, да. Ларис, это то же самое, что по принципу. Зачем покупать корову, когда можно, собственно говоря, купить им пакет молока или вообще молочка попить в любом месте? Если бы вы нашли богатую, состоятельную и одновременно красивую невесту, которую вам не стыдно было бы показать в обществе, вы бы давно женились. Естественно. А он так и будет очки снимать один раз? Он фокусируется. Покажите, пожалуйста, сюрприз, который вы приготовили. Конечно. Мне нужно немножко переодеться, поэтому... Давайте, уходите, а мы поспекничаем. Надо было одеться поскромнее. Почему? Ну, жених такой. Какой? Сальные глазки. Вы уже мне невесту несколько раз уже одели и раздели просто. Поспокойнее, мне кажется. Я на самом деле спокойный. Вот все на самом деле думают, что у меня глаза, я все раздеваю. У меня просто такой взгляд. А все вам говорят, что вы раздеваете? Это профессия. Но в этом что-то есть. Он действительно взглядом раздевает. Он оценивает сразу параметры для агентства. Проходите, посмотрите сюрприз. Вот, вот это вот истина, вот она в нашей комнате. А разрез для чего? Надо ногу показать? Убрать. Опять показать? Убрать. А она другой ногой шифрует. It's on their playlist. Playing on my journey through all of these dances. I found a lot of hot sex romances. But Mambo seeks me and Mambo freaks me. Then she released me. And this is how we go. Mambo, Mambo, hey. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Девчонки, забирайте свою подругу, идите в комнату. Роман и Ольга, под впечатлением смотрю. Делитесь. Говорите же. Анатолий, мне кажется, надо, чтобы девушка интересовалась тобой. А так как она долгое время встречалась с молодым человеком и даже не интересовалась, что там, возможно, есть такой риск. Ну, такой уверенный в себе мужчина, молодец. То есть... Ну, только что тоже больно, он как-то то-то ему надо, то-то все. Она... Мне сам кажется, не знает, что ему надо. Мне кажется, она очень гордая. И чересчур перебарщивает немножко. Что чересчур? Скучно ему будет, если не чересчур. Она самовлюбленная, это да. Но это хорошо. Каждый человек должен любить сам себя. Гляжу с тебя, как в зеркало. Да. Нет, я не скрываю в том, что я самовлюбленный, и где-то я нарцисс. Я не скрываю. У меня есть куча недостатков. Они у меня есть, естественно. Я, как зеркало, знаю, будете делить? Как зеркало будем делить? Да, одно зеркало, другому другое зеркало. Как разговаривать со львом, чтобы было отлично? Повесить на партнера зеркало, и лев стоит... Ну, по-моему, ему это тоже подойдет. Женька, ну что, он тебя может переспорить? Мне кажется, это точно. Поэтому он тебе подходит. А мне жалко Женю. Общение с вами, Анатолий, превратит ее вообще со временем в очень склочную женщину. Та женщина, которая спорит, есть такой грешок, то в конечном итоге уж очень неприятно. Роза, ребята, а я тебе хочу сказать, что она по-любому превратится со временем в склочную женщину. Евгения обычная, с заурядной внешностью, с обычной фигурой, потому что 24 года не рожала. А все очень просто, поэтому откуда такая мания величия, откуда такая самооценка, совершенно мне непонятно. Ничего особенного здесь... не проблеснула. 24 года, будто это предел всему, что надо родить 10 детей. И прийти сюда с ребенком. Конечно. История с тем мужчиной, который якобы за ней ухаживал, во всем соглашался, я думаю, придумана для эфира. Нужно показать, что это был поклонник. Богатый. Не то чтобы богатый, а поклонник, который тебя обожал безраздельно. Потому что не пил, не курил, и цветы всегда носил. Совершенно верно. То есть весь набор, чтобы нам показать дулю. Да, совершенно верно. Но к правде это не имеет никакого отношения. Конечно. Молодая, был такой неприятный опыт с женатой мужчиной, действительно не смогла распознать, но в общем и целом могла бы с мужчиной серьезным себе составить неплохую пару. Но, конечно, это совершенно не ваш формат, Анатолий. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Новые встречи через несколько минут, не пропустите. В эфире «Давай пожалуйста».
поженимся у нас в студии, Анатолий. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Удачи. Здравствуйте, Анатолий. Меня зовут Мария. Очень приятно. А мне тоже Мария. Пожалуйста. Спасибо. Сегодня я летала во сне, и я думаю, что после сегодняшней передачи мы будем летать вместе. Ну, посмотрим, посмотрим. Очень смело, я летала во сне. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. С кем вы? Я сегодня пришла со своими подругами. Это Диана и Даша. Очень приятно. Давайте узнаем вас лучше, посмотрим на экран. Мария, 25 лет. Дизайнер интерьеров, модели, танцовщица. Участвовала в театральных постановках и шоу-балете. Не может жить без сцены. Признается, что предпочитает одиночество случайным связям. Мария на протяжении 5 лет пыталась приручить разведенного мужчину. Но как только она ослабила хватку, он женился на другой. Надеется, что Анатолий ответит ей взаимностью. Что скажешь про Марию? Серьезно, ответственно, но восходящий Марс, к сожалению, придает ей слишком много активности. Очень много берете на себя. И проявляя эту активность, не всегда видите, что за ней. Не всегда видите, проявляет ли та сторона, куда вы эти силы свои направили, такой же интерес к вам, как и вы. Вот, увы, это основа большой ситуации. Что скажешь, Роза, нравится невеста? Ой, мне нравится невеста. Вон прям хрупкая какая, симпатичная, молодая. Правда, Машенька, по Америкам-то ездить так в девках можно засидеться. А потом ставить сцену и мужчину рядом тоже нельзя. Почему? Потому что вот такой мужчина в очереди стоять точно не будет. Ну, а уж с тройняшками это я прям не знаю, как вы хотите разобраться-то. Сцена, тройняшки, муж, ой, не знаю. А грудь у нее какая красивая. У Розы? У Розы и у девушки. Что у вас там было с разведенышем-то? Как вы его приручали, расскажите. На самом деле я не ослабила хватку, просто поняла, что человек не мой. В принципе, я сразу это поняла, но хотелось еще немножко побороться, чтобы самой потом было, как бы, ну, за себя была в ответе, чтобы потом я не жалела, что я сделала что-то не так. 5 лет вы боролись за него, 5 лет. Ну, не столько я боролась, сколько, наверное, вот именно внутренне не могла отпустить эти эмоции, чувства. Зачем бороться за мужчину? Надо получить удовольствие от общения с мужчиной, не бороться. А как вам кажется, чего у вас для него не хватило, чтобы сделать предложение? Все очень просто. Я человек тоже достаточно закрытый. Если как бы ко мне с теплом, то и я откроюсь. Но если ко мне холодно, человек как-то сдержанно, то и я буду сдержанна. А может, если быть... он был холодный, он бы вас заморозил за столько лет? Нет, он на самом деле не холодный был, но он не был открыт. Ну, это видно, что она закрытый человек. Почему? Мне кажется, наоборот. Судя по декольте и как она смотрит, это наоборот. Декольте, конечно, притягивает. Вы встречались каждый день или нет? А как, сколько раз? Несколько неделю, раз в неделю. Раз, может быть, у него был параллельно еще кто-то, с кем он... Скорее всего, да. А вы не догадывались, когда... Я догадывалась об этом. А вы лоб не задавали вопрос? Задавала. И что она вам отвечала? Ну, всегда увертывалась от ответа. И это не давно да, вам нет, повод его все-таки заподозрить, лучшее, да? Это самое хорошее, что еще могут сказать мужчины. Чтобы удержать девушку, которая его любит. Хороший ответ. У тебя кто-нибудь есть еще, кроме меня? Ты самая лучшая, Мария. Ты вообще, вроде не блондинка, но глупости какие-то говорит. Анатолий работает в таком бизнесе, где очень много молодых и красивых. Я тоже работаю в таком бизнесе, поэтому я его очень хорошо понимаю. Вот, но самое главное, девушка должна быть уверена в себе, верить своему мужчине. Ну вот вы были уверены в себе, верили, а у него был параллельно роман, он женился. Может быть, уже стоит пересмотреть? Доверяй, но проверяй. Так... А может, и вовсе не стоит связывать свою жизнь с такими, как Анатолий? Ну, посмотрите на него. У него на лбу крупными буквами написано «Гулял, гуляю, и пока смерть меня не разлучит, буду гулять». Самое удивительное, что я до ужаса верный.
И почему до ужаса верно? Анатолий, я вас понимаю, потому что по моей внешности говорят то же самое. Я тоже понимаю. Верная и одна. А что у вас такое с внешностью? Ну, на самом деле, очень часто слышу, что я люблю легкую жизнь, я люблю... Ветреная, да, такая вся яркая, эпатажная, мне все нравится, мне все устраивает. А как вы эпатируете? Вот вы говорите, вы эпатажная. Что вы делаете? Мне нравится быть на людях, мне нравится участвовать в различных шоу-программах, выступать. То есть я стараюсь открыться людям. А вы выступаете, что вы делаете? Я, во-первых, танцую, во-вторых, я играю в театре. А что танцуете? Играю в русском народном ансамбле или где? Эстрадные танцы, клубные танцы, латинские танцы. То есть у меня все, что связано с танцами, меня очень обязательно... Когда же она семью будет строить, и 27 лет? И трояшек заводить. И вы сказали, что ни за что и никогда не расстанетесь со сцены. Для вас это первично, вторично, а потом уже муж, да? На самом деле для меня всегда в жизни был приоритет. На первом месте это семья. Мой любимый мужчина, мои дети и вот мой очаг. Но так как я не могу встретить на протяжении многих лет, видимо, судьба сама дает мне шанс себя как-то проявить, чего-то добиться. А Анатолий, представьте, тот самый жених, ради которого я даже не буду задавать вопрос. А вот могли бы вы все бросить, чтобы была семья, чтобы ла-ла-ла. А Анатолию как раз и нужна такая девушка, которая будет ездить на гастроли, будет танцевать гоу-гоу. Ему все это нравится. Так на самом деле... Так, секундочку, подождите, маленькая ремарочка. Вы все время говорите о каком-то моем модельном агентстве. Но у меня есть, и все, я им не занимаюсь, у меня другая основная работа. Если кто-то мне звонит и нужны модели на промо-акции или что-то, я звоню своему компаньону и говорю, такой-то заказ, сделай это. Все. Почему вы думаете, что какой предмет вы преподаете в ВУЗе? Я преподаю всю экономику. Венчурное инвестирование, макро, микроэкономику. А кто для меня это больше студенты, женщины или мужчины? Да 50 на 50. Да, я думаю, да. Послушайте, так у вас серьезная профессия, вы умница. У нее, кстати, как раз действительно, у нее поза преподавателя. Поза льва и победителя. Это совсем другое Ларис, дело. Ларис, ну извини, пожалуйста. Мне кажется, что он ведет так. Либо нам подыгрывает. Что он такого делает? Я на публике, да, на самом деле очень публичная личность. Если я прихожу на публике, я притягиваю к себе все внимание. Послушайте, у вас просто плохое зрение, а у нас ощущение, что вы строите глазки, что вы этими глазками поедаете. А вы просто никогда не видите. Вот и все. Это, знаете, у меня бесконечный тремор. Это свойство организма. Пульс утром, когда я просыпаюсь, у меня пульс 85-86. Это нормально, когда я утром. И у меня все время немножко вот так лихорадит. А многие думают, что это темперамент. И страсть. А ничего общего к этому вообще не имеет. С режиссерами помогать должно, наверное. Да. Скажите, что вы приготовили? Так, мне нужно немножко подготовиться. Ну давайте, а мы пока вас рассмотрим. Ла-ла-ла. Хороший. Это я рассматривал. Ну, а я что, мне же глаза теперь выколоть? Та-ра-ра-ра. Ну, неплохо вам, знаете ли. Да и девчонки тоже непоганые. А вы вместе работаете? Да. Ну и как вам кажется, они с Анатолием могли бы подружиться? Я подумала, что очень даже сразу. Маша, она такая, хоть и вот я сейчас, вот тут, вот мне надо везде и все. Но на самом деле, если у нее будет мужчина, который вот, Анатолий, мне кажется, у него есть это, вот скажет Маша, вот так, у или вот есть. Так, да, то она обязательно, ей самой это будет приятно, она может там еще... взбрыкнуть, но сама будет идти и думать, о боже, он меня заставил там или еще что-то. На самом деле она вот именно тот человек, который будет стремиться сделать того мужчину, который рядом, счастливым, и чтобы он был удовлетворен во всех отношениях. Во всех планах. Готово, невеста, проходите. Ура. Девочки. А смотрите, он тоже там прям под ней. Ему нравятся эти танцы. Гоу-гоу. Спасибо. Спасибо. Настоящий партнер. Ну, ты самая стремительная партнерша.
Спасибо, девочки, проходите в свою комнату. Все, с вами мы закончили. Машка, ты такая молодец. Им показала. Немножечко смяли, конечно, вот эту поддержку, но, я так думаю, проверили. Такой вышел прямо и давай. Как он красиво танцует. Это же был сюрприз. Это же был сюрприз ее, а он такой, давай, силы прилагать к своему сюрпризу. Анатолий, я думаю, можно взять в агентство твое поработать на испытательный срок. А почему на испытательный? А там будет видно. Надо же проверить чувства. И действительно, правда ли она говорила? В агентство взять, чтобы проверить чувства? Роман! Выдали себя, выдали себя с головой, называется. А вы, видать, тот самый совладелец, которому звонит Анатолий периодически, говорит, подгони девчонок. Надо проверить чувства. Это такой спалил его, спалил. Я такой весь никакого отношения не имею к агентству, а тут спалил. Оля, ты? Хорошая девушка, мне понравилась. Мне кажется, она серьезная и... Вы с ней как-то схожи по темпераменту. Она такая активная девушка. Я тоже заметила, что она очень серьезная. Это, наверное, по танцу вы, да, сделали такой вот? У меня был очень танец, или серьезный танец. Он ну, Толик вообще потрясающе танцует, очень хорошо танцует, на самом деле. И готовит, правда, вкусно. То есть у вас была неоднократно такая возможность проверить? Мы давно с ним дружим. Особенно завтраки, наверное, ему ударят. У меня тоже была возможность это проверить. Расскажите ваши чувства. Мария. Чувство. На самом деле нормальная девушка. Ненормальная, отличнейшая. И я думаю, для серьезных отношений вполне возможно, не уверен, но вполне возможно. Спасибо, Роза. Ну, мне кажется, Машенька как раз очень-очень даже ваша девушка. Вон как подруги говорили, что действительно умеет сделать мужчину счастливым по принципу «он хочет». Поэтому хорошая, берем Машеню, берем. Да, я тоже думаю, что она вполне могла бы вам подойти, и бы друзьям вашим понравилась. Обычная девушка, вы обычный парень, я вас вижу рядом. Маша очень обычная девушка. Слушай, он сидит и думает, надо было... Я думала, что он там тебя схватит уже на сцене. А он все думает, думает, такой робкий попался. Это та девушка, которая доставила бы вам удовольствие в близком общении. Я думаю, что роман с ней закрутить вы могли бы. Она страстная. Она эмоционально интересная, она живая, но внешне вы ищете себе такую леди из высшего общества. И, конечно, она под этот формат не вписывается. Я думаю, что своим друзьям вы тоже не станете, как свою девушку, демонстрировать танцовщицу гоу-гоу. Увы, жизнь жестока. Мужчинам такие женщины нравятся, и вы не исключение, но вряд ли вы бы захотели с ней связывать свою судьбу. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Смотрите, давай поженимся. Я предлагаю вам, Анатолий, встретиться с третьей девочкой. Проходите. Добрый день. Добрый день, Анатолий. Мне очень приятно с вами познакомиться. Я думаю, будет занятно побеседовать. Посмотрим. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Я даже не улыбнулась ему. Да. Грустная какая-то. Да, серьезная. Здравствуйте, Рената. С кем вы? Я с моей подругой Марианной и тетей Ириной. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Рената, 27 лет. Начальник отдела внешних связей в госучреждении. Говорит на 5 иностранных языках, интересуется восточными практиками и пишет рассказы. Мечтает побывать в Новой Зеландии и открыть этно-отель в горах. Заграничный жених к себе Ренату не звал и в Москву переезжать не хотел. Поняв, что свободные отношения не для нее, ушла. Надеется, что Анатолий легкий на подъем. Что, Василиса, горе от ума? Нет, сконцентрирована на себе, как на личности, больше, чем на ком бы то ни было. Это связка, то есть все планеты в гороскопе собраны в одной зоне, в восточной полусфере. Это значит, что человек, в принципе, живет и видит жизнь через призму своих желаний, своих действий, своих мыслей. Это не эгоцентризм, как может показаться, но это такая закукленность на себе, что ли, можно сказать так. Поэтому вам придется ее вытаскивать из этого состояния, если решитесь Ренату выбрать.
Роза, ты что скажешь? Ой, хорошая невеста. У нас прям все невесты хоть на подбор. Уником. Профессорская семья, 2 высших образования, 5 языков. Ну, я 5 языков, это, конечно, да, шикарно. Да, да. У Маши один, но зато какой. Нет, у нее 2. Еще язык тела. Ну, какая тоненькая, прям как тростиночка. Такая скромница, кстати. Вот, правда, возраст 27 лет. Тут детишек надо побыстрее рожать здесь. Рената, расскажите, у вас были длительные отношения, да, вот с этим иностранцем? Кто он был? Он не иностранец, он русский, но уехал вместе с семьей за границу, в Чехию. Мы познакомились совершенно случайно, когда я по работе была в командировке. Молодой человек меня заинтересовал, потому что он тоже очень стремится к саморазвитию, готов очень много отдать за улучшение мира. То есть он готов был на все, кроме как жениться. Жениться он не собирался. Жениться, я думаю, он просто еще не нагулял свое. Плюс Европа все-таки известна тем, что там совершенно другой подход к возрасту, не такой, как у нас. И для них мужчина 30 лет – это абсолютно молодой человек, который имеет полное право на завоевание мира, а не женщина. И вы когда поняли, что на него время зря тратите? Вы знаете, я не считаю, что я зря тратила время, потому что любые отношения – это опыт. Ну хорошо, но вы же поняли, что он на вас не женится, и хорошо бы, в общем-то, свести все на нет. На самом деле получилось так, что мы встречались чаще всего за границей. А может быть, в перерыве между встречами с вами за границей у него была какая-то девушка постоянно, своя соотечественница? Ну, он, естественно, мне говорил, что у него никого нету. Кроме тебя. Естественно. Естественно, а разве говорят по-другому? Ну, вы-то хотели за него замуж, честно? Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что хочется не столько замуж, не столько штампа в паспорте, сколько действительно достойного человека. И уже каких-то стабильных и понятных стабильных отношений. Стабильных и понятных отношений. Нет, если брать первую девушку, то она такая со скрытым таким огнем, таким ух. Но да, я вот эта девушка, она такая вот прям, такая добрая, такая мягкая, такая, мягкая, такая хорошая такая. Ренат, скажите, вы... Посетили 40... Нет, 43... 45. 45 стран. А вы, это же дорогое удовольствие. Вы так хорошо зарабатываете? Вы знаете, я не за счет государства. Наверняка поклонники богатые. Я очень много ездила еще в детстве с родителями, за что им большое спасибо. Первый раз мы жили в Африке, когда мне было еще 4 года. А в какой стране? Гвинее. Это был первый опыт. У меня папа работал там врачом. Ну, когда вы уже взрослые были, а вы на какие деньги-то ездили? Я езжу очень много по командировкам, потому что начальник отдела внешних связей. И плюс я езжу очень много сама. Ой, какая вы умница, хорошо, как вы мне нравитесь. Правда, у нашего жениха, Ларис, взгляд потух. Вот так вот, хотел интеллектуалку. Нет, вот. Взгляд не потух. Взгляд стал очень серьезным, абсолютно целенаправленным. Я думаю, что хорошая Рената семья. Нравится не только мне, а я думаю, Рената подходит по всем параметрам, грубо сказано. Ну, собственно, то, что мы описывали вначале. Да. Поэтому у вас есть все то, что, о чем мечтал Анатолий. А потом у вас такая прелестная подруга, очаровательная тетя, которая, наверное, сейчас нам добавит, да, еще какие-то? Я думаю, что Реночка достаточно хорошо о себе сказала. Как вы ее назвали? Реночка. А с приданным? Полное имя. Как? С приданным? Как у нее? Квартира? Что там? 4-комнатная квартира, шикарная машина своя. Смотрите, как он подался к ней навстречу. Потом она достаточно хорошо зарабатывает. Все, смотрите, понравилось. Невеста на выданье. Пришла с тетей сразу, чтобы оформить отношения. А какой у тебя был самый безумный поступок в твоей жизни? Наверное, это было в Японии, когда я ночью одна пошла. Я была там в командировке, у меня было очень мало времени, мне очень хотелось посмотреть окрестности. И я ночью пошла в замок на горе с безумным желанием приобщиться к культурным ценностям. Но, к сожалению, в тот момент, когда я уже зашла, там открытая территория, я уже туда зашла, и в какой-то момент выключили свет. Вообще. И я одна на горе в чужом городе. Страшно было, да? Страшно было очень. Угу. Вы добрались до дома? Нет, не добралась. Она там так и осталась. А это фантом. А это фантом. Покажите ваши руки. А что, с руками не так?
Кольца посмотрел, дорогие или нет. Вот на этом пальце кольцо. Надо было начать. Роза, я считаю, что ты сегодня не доработал. Я сразу сделала акцент на том, что для нашего жениха важно происхождение и социальный статус невесты. Где твои классические вопросы? А в чем я не доработала, я не пойму никак. В чем претензия, что за наезды такие? Нет, вот ты раньше задала вопрос, а что вы любите больше, огурцы или дыни? И тогда ты сделала вывод. Послушайте, ведь сваха, она же разными способами действует. Ты вообще, мне кажется, в последнее время свою задачу-то уже забыла. Ты только сидишь и наезжаешь на людей, которых тебе нужно женить и выдать замуж. Так вот, кольцо, что оно обозначает на этом пальце? Только что оно было. Какая умница, она еще и находчивая, быстро соображает. Ренаточка, вы так мне нравитесь, честное слово. Социальный уровень очень высокий, хотя ему это не нужно, как он говорит, если девушка будет выше. Покажите, что вы приготовили для жениха. Как я уже говорила, у меня было очень много возможностей путешествовать. И страна, которая больше всего мне понравилась, это Перу. У них есть замечательный обряд. Это испитие напитка айаваску, перед которым шаман проводит очищение человека, который будет проходить этот обряд. Он это делает кинжалом, мечом. Он проводит по плечам. Интересно. Но поскольку шамана у нас здесь нету, это такой домашний вариант. Вы очищаете с себя негативную энергию и передаете ее шаману. Ножи – это очень плохой подарок вообще. А теперь, вы знаете, я вам расскажу вторую подоплеку этого ножа. Когда девушка в Перу дает такой нож жениху, он обязан на ней жениться и отнести ее на руках хотя бы до дома. А может, донесу до вашего места вас? Спасибо, девочки. А вы проходите в свою комнату. Ой, так здорово, спасибо, ты так хорошо выступила, так хорошо все сказала. Умничка. Молодец, вообще. Мне кажется, он растерялся. Как вам? Анатолий, ум или красота? Тебе предстоит ответить на этот вопрос. Вы хотите сказать, что Рената не хороша собой? Она очень хороша. Тогда при чем здесь выбор? Мне кажется, здесь все сложилось. Мне показалось, Анатолий все-таки глазами стрелял больше в Марию. Я видела, как он на тебя смотрел, когда Лариса начала тебя хвалить. Он с таким интересом начал разглядывать, прямо оценивать. Взгляд был совершенно другой, чем на других девочек. Единственное, что мне не понравилось, зачем он обратил внимание на кольца? 5 языков. А родители-то? Родители, профессорская семья. Мне кажется, кстати, о чем вы мечтали, а все в этой девушке и как раз сложилось. Четырехкомнатная квартира, хорошая машина. А меня вот тут корысти все время обвиняют. Пожалуйста, наконец у нас, слава богу, находится честный жених, который действительно выдает свое истинное намерение. И правильно она. Правильно, честный человек, в конце. Мне невеста очень понравилась. По всем показателям подходит. Вот как заказывали, так оно и есть. Я пыталась поймать его взгляд. Я не поймала тот взгляд, который должен быть у мужчины, который действительно заинтересован. Я думаю, что вы не подойдете Ренате. Мне кажется, даже если она с вами какое-то время пообщается, замуж она за вас не пойдет, потому что она умная, ироничная, все про себя понимает, и мне кажется, ей нужна другая пара. Я глупый и жесткий? Нет, она не снизойдет до того, чтобы вас ревновать к девушке из Питера, с которой вы переписываетесь, до ваших подружек. Она просто не будет снисходить. Ей все это надоест, она повернется и уйдет. Это точно, это абсолютно. Абсолютно, Лариса правильно. Конечно, мы так и делаем. Мы не будем скандалить, мы не будем спорить. Она очень закрыта, и открывать ее действительно должен мужчина иметь такой большой душевный ресурс для того, чтобы это делать. Она очень ценная, она действительно как раз того самого породистого типа, из хорошей семьи, умная, состоятельная. Вот ровно то, что вы хотели. Женщина, которая улучшит породу, и которую не то, что не стыдно показать друзьям, но славно показать друзьям, потому что точно привлечет внимание. Но соглашусь с Ларисой, что погуливать будете в этом союзе, однозначно. И погуливать будете от собственного бессилия. Потому что ее раскрыть нужен особый дар, особый потенциал. А она сама не очень заинтересована раскрываться. Она не заинтересована направлять силы в сторону мужчины. Я считаю удивительно, что она пришла к нам в программу. Может быть, близкие ее подтолкнули к этому, и им честь и хвала. Потому что заинтересована ли она внутренне в мужчине, как в партнере, я не совсем уверена в этом. Вот мне это тоже немножко смущает, что она самодостаточна чересчур.
Определились с выбором? Кого рекомендуете? Определились. Мне понравилась очень третья девушка. Тебе ножик понравился? Рената. Рената. Она такая скромная, такая умная. Мне кажется, они будут дополнять друг друга, развивать в разных областях. Было очень приятно, что он подает цветы. Мне кажется, он очень обаятельный молодой человек. И, наверное, ему просто нужно раскрыться. Может быть, как ты думаешь, он зайдет сюда к нам в комнату? Если он готов дальше развиваться, он зайдет. Анатолий, я думаю, Евгения, она самая легкая на подъем. И так как ты очень активный, я видел, что тебе это понравилось сразу. Вам будет точно не скучно вместе, очень интересно. И все будет очень просто. Это будет самое... открытые искренние отношения. Женя, а если он войдет к нам в комнату, ты выйдешь с ним? Ну, немножко интриги тоже должно быть. Но раскрою вам секрет. Да, я выйду. Но будем надеяться, что войдет. Я вам советую Марию. Вы очень с ней правильно как-то смотрелись. Мне кажется, это та девушка, которая вас осчастливит и которая осчастливите вы. Еще бы, кто бы сомневался вообще? Это девушка его мечты. Анатолий, вы жених, который еще не готов жениться. Мне очень импонирует то, что вы хотите жениться с расчетом. Это правильно. Потому что семейная жизнь – это не просто развлекательная прогулка. Но, конечно, для Ренаты вы еще менее подходите. Вас нужно хорошо лоббировать и подавать. Сами вы себя для такой девушки подать не можете. Поэтому, если хотите сделать подготовительный этап, тогда с Марией. Мне понравился парень. И мне кажется, что все-таки я ему больше подхожу. По темпераменту, по характеру, по вообще вот. Да 100%. Мне кажется, остальным нет просто даже шансов. И что звезды, Вась? Звезды взывают к вашей мужской совести. Если хотите жениться, разумеется, вам нужно выбирать Ренату. Если серьезно намерены жениться. А если пока входит в ваши планы лишь легкомысленное общение с девушками, лишь просто построение отношений, если вы считаете себя европейцем, которому еще рано создавать семью, ну, тогда Мария. Спасибо вам за советы. Я думаю, поскольку вы определились, вы прямо сейчас и пойдете к той самой девушке. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 44. Сергей, 25 лет, номер 1527. Директор концертно-продюсерского центра. Ищет девушку с хорошим голосом, которая мечтает о семье, как у Валерии с Пригожиным. Мария, 23 года, номер 1528. Магистр юриспруденции. Преподает в университете. Ищет уравновешенного и начитанного спортсмена. Мы не знаем, выйдет Анатолий один или с избранницей. Я приглашаю всех. Давайте, выходите. Поддержим его. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, Мария. Очень-очень рада, я ура! У нас есть пара Анатолия и Мария. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Спасибо, удачи. Спасибо. Такая классная, хочу тебя съесть. А, это ты? А я думала, ты маньяк. Сначала я отдался саксофону. Ой, какой молодец, нам с Розой это нравится.